Всем привет! С вами GameZone, и меня, как вы уже, наверное, догадываетесь, по-прежнему зовут Дэн. Итак, сегодня в программе нас ожидают самые горячие новинки от нашего партнера CD-центра Gigabyte, хиты недели и кое-что особенное – обзор игрушек для мобильных телефонов. Все это буквально через несколько минут. Ну а пока новости. Официальный представитель Illusion Softworks заявил, что студия уже приступила к работе над сиквелом гангстерского экшена «Мафия». Увы, ни единой крупицы информации о том, что будет представлять собой «Мафия 2», этот самый представитель так и не обронил. Поэтому придется ждать официального полноценного анонса. Впрочем, вряд ли предположение о том, что сиквел недалеко уйдет от оригинала, будет излишне смелым. Больше сюжета, больше графики, больше геймплея — вот и все, чего стоит ожидать от «Мафии 2», которая, по предварительным сведениям, появится на платформах PC, Xbox и PlayStation 2. Далее вас ожидает хит-парад самых популярных игрушек недели. На пятом месте сиквел к игре под названием No One Lives Forever — Contract Jack. Это предыстория к событиям, происходившим в первой части игры. Достаточно динамичный и неплохо сделанный шутер, хорошая графика и сносный звук. Игра подкупает своей простотой и ненавязчивостью. Всем любителям шутеров она непременно понравится. Свершилось. 12 декабря текущего года вышло долгожданное продолжение нашумевшей некогда игры Deus Ex. Игра получила название Invisible War. Несмотря на то, что ничем новым разработчики нас так и не порадовали, игрушка все же достаточно интересна и стоит того, чтобы ее попробовать. Итак, на четвертом месте на этой неделе Deus Ex Invisible War. Need for Speed уже целый месяц не покидает рейтингов самых популярных игр и на этой неделе занимает третью позицию в нашем хит-параде. Всех любителей экстремальных гонок по улицам ночного города игра, несомненно, порадует эталонной графикой, потрясающим реалистичным звуком и отличным саундтреком. Один из последних и лучших слэшеров на приставках портируется на PC. На второй позиции в рейтинге самых популярных игр этой недели — Chaos Legion. Созданная легендарной японской компанией Konami, игра уже успела стать одной из популярнейших на платформе PlayStation 2. Превосходная графика, завораживающий звук и непрекращающийся ни на секунду безумный экшен. Игра крайне рекомендуема всем любителям безбашенных hack-and-slash адвенчур. Тема Второй мировой войны, похоже, никогда не перестанет быть интересной как для разработчиков игр, так и для геймеров. Лидер этой недели — продолжение некогда знаменитого тактического командного шутера Hidden and Dangerous. Графика на твердую пятерку и отличная озвучка обеспечили этой игре почетное первое место в хит-параде самых популярных игр недели. Мобильные телефоны настолько прочно вошли в нашу с вами повседневную жизнь, что представить себя без них многим уже просто не под силу. Тем более, что сотовый телефон сегодня — это не только средство общения с любимыми друзьями, но и способ развлечься. Количество игрушек для сотовых телефонов увеличивается с каждым днем. Любопытно, что многие из них созданы отнюдь не профессионалами, а обычными подростками, которые с целью укрепления своего финансового положения прибегли к такому вот оригинальному способу зарабатывания денег. Стоимость одной игры в среднем не превышает $5. Однако количество желающих приобрести ту или иную игру для своей трубки увеличивается день ото дня. Поэтому игровые продукты для мобильных телефонов уже сегодня можно считать полноценной частью индустрии виртуальных развлечений. Итак, сегодня в нашем обзоре могущественные пески времени стирают грани прошлого, настоящего и будущего. Тот, кто посягнет на их владычество, призовет проклятие на свое племя. И ни богатство, ни власть не остановят неумолимого течения минут. Однако, иногда и время отступает. «Принц Персии» — игра, знакомая каждому с детства. Классический горизонтальный скроллер, пришедший к нам со SNES-а. Теперь доступен и на любом мобильном телефоне, поддерживающем Java-приложение. Приключенческая двухмерная игра, суть которой заключается в прохождении уровней. Персонаж может прыгать, бегать, выполнять различные акробатические трюки, залезать на стены и сражаться. Эта игрушка, передовая для своего времени, и по сей день не теряет привлекательности и является отличным способом скоротать время. Одновременно с возвращением знаменитых черепашек-ниндзя на телеэкраны японская компания Konami анонсировала новый экшен, посвященный этим нестареющим обитателям канализации. И вот 26 ноября долгожданная игра наконец-то появилась на прилавках игровых магазинов.
В наш век генетически модифицированных продуктов ни в чем толком нельзя быть уверенным. Когда люди выращивают помидоры квадратными только для того, чтобы их побольше влезло в коробку, можно только развести руками и с ужасом представить, на что будет похож человек, который таким помидором подавится. Впрочем, у радиации и прочих генных мутаций есть и свои достоинства. Благодаря этому чудесному явлению появляется множество супергероев самой различной наружности. Некоторые из них все больше похожи на людей, хотя для многих эта схожесть проявляется только в примерно одинаковом количестве выступающих наружу частей тела. Несомненно, пальма первенства по популярности среди мутантов-супергероев принадлежит черепашкам-ниндзя. Эти известные персонажи имеют дурную привычку посещать все несущие информацию платформы. Чтобы вы не питали никаких иллюзий, скажу, что подозрение о том, что перед нами всего лишь ремейк старой платформенной аркады, вышедшей еще добрый десяток лет назад, полностью оправдались. Новая графика, новый звук, трехмерный движок, новые удары, но абсолютно та же идея. Своей реализацией вызывающая острый приступ дежавю. Сюжет номинально присутствует, однако не в нем дело. В конце концов, нам обещали безбашенную аркаду, полную экшена и такого количества ураганных драк, что даже человеку, страдающему постоянной суровой кисти, должно было показаться, что на кнопку удара он жмет как-то подозрительно часто. Драк действительно много. Фактически вся игра — это поход по абсолютно прямой трассе до финиша, с попутной аннигиляцией врагов, идущих в обратную сторону. Эдакий симулятор подземного перехода, с учетом того, что вы единственный, кто прет против толпы. Графика порадовала тем, что полностью нарисована от руки, словно перед нами попытались честно реанимировать комикс. Учитывая, что это уже третья попытка разработчиков подкупить публику таким дешевым трюком за нынешний месяц, и подобный прием применялся на приставках уже с незапамятных времен, делаем снисходительную гримасу на лице и даже не пытаемся удивиться. А вот музыка и звук не порадовали. Словно эту часть игры делали в последний момент и не сильно заботились о качестве данной составляющей. А ведь для хорошей аркады это очень важно. Делаем вывод. Действительно ли это что-то невероятное и ураганное? Ни в коем разе. Типичный консольный продукт. Красочный, непритязательный, в меру увлекательный, но не более того. Впрочем, лично я с удовольствием потратил на эту игру немало времени. Погружение в мир непорочной юности еще никому не вредило, но ведь меру надо знать во всем. Теперь я твердо встал на путь истины и прекрасно осознаю, что черепашки — редкостный бред для детского сада. Теперь я, как нормальный взрослый, верю в Человека-паука. Все игры, представленные в нашей программе, вы можете приобрести в фирменных отделах Gigabyte. Компания не перестает радовать нас самыми свежими новинками. А в канун Нового года Gigabyte приготовил для всех своих покупателей еще один сюрприз. Теперь, сделав любую покупку в отделах CD-центра, вы принимаете участие в мгновенной лотерее. Призы – бесплатные диски и бесплатные обмены. Итак, все за подарками в Gigabyte. Ну а я на этом с вами прощаюсь.